Всем привет-привет! Сегодня приехала невероятно крутая посылочка. Сейчас буду вам ее показывать. Очень шикарная, очень. Прям вот радуюсь. Смотрите. Это детские витаминчики С. В жидкой форме. Объем 118 миллилитров. Вот. И давать деткам до 2 лет четвертую часть чайной ложечки, 2-3 годика пол чайной ложечки и старше этого возраста чайную ложку. Ну, в принципе, в инструкции там все написано. Если что, вы у меня спрашиваете, я вам скину. Шикарный витамин С, California Gold Nutrition Brand, очень замечательный, проверенный. Угу. И это один из лучших витаминов С для деток. Следующая позиция — омега-3, тоже от California Gold Nutrition. В этой баночке 240 капсул, и принимаем их по 2 капсулы в день. Для взрослых, кстати, омега. Так. Дальше, что у нас здесь? Омега-3, такая же, но маленькая баночка, 100 капсул. 100 капсул. Дальше, детский витаминчик D. В одной капельке здесь 400 единиц витамина D. В принципе, если летом давать, можно давать одну капельку на 400 единиц. То есть самая минимальная доза. Все-таки мы, да, не сидим целый день под солнышком. Можно, да, для профилактики давать одну капельку. В холодное время года даем 2-3 капельки. То есть 1000-1200 единиц витамина D для деток. Дальше. Витаминный комплекс от California Gold Nutrition, в составе которого 4 элемента. Здесь витамин D, витамин С, цинк. И сейчас, девчонки и мальчики, чтобы не обмануть, скажу. И селен. Вот. Тоже очень классный комплекс, проверенный, с максимально положительными отзывами. Следующая позиция – это бузина для деток. Сироп бузины, да, идет в сиропе. Очень удобно давать малышикам. Объем 120 миллилитров. И в составе здесь, так, сироп бузины, конечно же, витамин С, эхиноцея, тоже California Gold Nutrition, обожаю этот бренд. Следующая позиция — это детская омега, в составе которой есть еще и витамин D. То есть 2 в 1. Даем и омегу, и витамин D сразу. Учитывайте этот момент, чтобы не совмещать с витамином D отдельным, чтобы не было передозировки. Поэтому обязательно читайте состав и читайте, какое здесь количество витамина D. Дальше. Бальзам для губ с SPF 15. Защита от солнышка. Это максимально комфортно для лета, чтобы губки, кожа губ тоже была защищена. Вот есть с малинкой, есть с вишней, есть классический вариант. Кому какой нравится, выбирайте. Так. Дальше. Витамин С. Он идет в, скажите, я скажу, как желейки. Желейки, да? Вот 90 капсул здесь. Здесь
тоже отзывы прекрасные. Внизу под видео напишу вам ссылочки. Можно переходить, читать, что там как. Конечно же, как без моего любимого шампуня. Он идет с комплексом витамина В плюс биотином. Хорошо дает объем, хорошо ухаживает за волосами, питает их. Так, вот еще бальзам. Такой же, но с клубничкой. Вишня, клубничка. Сюда. Дальше. Прекрасный кремик для лица. Идет с SPF защитой 30. Вот. Тоже летний вариант, шикарный вариант. Обязательно летом мажем лицо с SPF защитой, кремом с SPF защитой. Обязательно. Так, еще одна позиция. Витамин С для взрослых от California Gold Nutrition. И, наконец-то, появился коллаген в наличии на сайте, потому что долго-долго его не было. Теперь доступен к заказу. Напоминаю, что на курс нужно две таких баночки. Их как раз хватает на 3 месяца. Одна баночка на 1,5 месяца. И внутри там мерная ложечка. То есть одну мерную ложечку отмериваем, перемешиваем с водой, либо с другой жидкостью выпиваем. Принимать его натощак. Так, ныряй в центр. Витамин D 1000 единиц. Это как раз минимальная доза летняя для взрослых. То есть для профилактики достаточно пить 1000 единиц летом. И еще одна позиция – это детская шампунь. Хорошие отзывы, такая милашка. Есть объем побольше, есть объем вот такой небольшой, для того, чтобы потестировать, подходит вашему ребеночку это шампунь, либо не подходит. Вот, крутая посылка, очень шикарные, качественные позиции. Вот так вот. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями, за распаковками, ставьте лайки, пишите приятные комментарии. Желаю всем хорошего настроения и пока-пока!